Спасибо вам. В первую очередь мы хотим сказать, что мы очень благодарны Богу за эту возможность выступать здесь перед всеми вами и петь для вас наши песни. А еще мы хотим сказать большое спасибо Джону, Ли и Косте, которые приехали с нами, возились с нашими детьми, пока мы пели на концертах, готовили для нас ужин. Спасибо. И спасибо вам всем, мы вас очень любим. Раз. Раз. It's fine. I'll just think fast. Are you sure you're okay? Okay. I can't play still without it saying. Такая штука, в ней все понятно не всегда. Иногда не знаешь, что предпринять и идти куда. Люди дают советы, а ты слушай их с умом. Старайся делать хорошее и не думай о плохом. А потому что неизбежны проблемы. Конечно, жить по закону любви. Должны стараться с тобой скорее. Забудь все тревоги. Решение нам скоро придет. Знаешь, мир таким бывает иногда. Но не нужно плакать никогда. Все со временем получится. Увидишь в конце концов. Потому что страха нет любви. И останутся сомнения позади. Если с верой в душе ты смело глядишь беде в лицо. It's true, yeah, there'll always be problems. La, 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 so true, yeah, that's the law of life. You have to do the best that you can is to know. There's no need to worry. La, 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 the answer is now on its way. That's the way the world can be at times. Cause you really don't need to cry or pout. Everything will finally work out. If you give it time, just a little time. And faith will come and replace the doubts that clutter up your mind. La 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 la. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.